Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Stellaris, и в прошлой серии мы встретили контингенцию. И встретили довольно неплохо ее, уничтожили довольно сильный оборонительный флот над одним из хабов стерилизации, и теперь уничтожим, я думаю, этот хаб. Если каким-то чудесным образом здесь не появится огромный еще один флот, то будет замечательно. Давайте включать скорость, и, наверное, для начала мы проведем небольшую рокировочку из остаточных наших армии. Объединим что-нибудь, кого-нибудь, куда-нибудь. Наверное, да, вот тут у нас нету... Стоп. Вот так вот объединим вот эти два флота. Дальше. А вот этот нужно с чем-нибудь объединить. С чем-нибудь, да не с чем. Ну ладно. Раз не с чем, не с чем, значит не с чем. Я думаю, мы можем сейчас отправить... Если тут ничего не построится, да, я надеюсь, что ничего не построится в ближайшее время, то мы можем отправить наш флот на улучшение. Стоп, что это я только такое нажал? Что-то не то. Совсем не то. И немного флота у нас останется. Я надеюсь, что если корабли тут будут плодиться, то будут плодиться постепенно. Или как это работает у них? Соглашение об исследованиях. Энергокредиты нам предлагают. Блин, ребята, ну что вы? Ну ладно. Я бы и так согласился отдать вам свои исследования без проблем вообще. Вот этот товарищ, мне кажется, может сразу прыгать сюда, потому что ждать мы будем долго. Того момента, как он сюда долетит, да? Лучше сразу прыгнем, да? Так, это у нас что там происходит? А, да, это мы врываемся сюда, потому что что-то эти ребята тут оборзели. Захватили у меня, да? Отобрали планеты, вот эту вот одну планету. Непорядок, короче. Нужно с ними разобраться. Так, и... В принципе, я могу прыгнуть сюда сразу же, если что. Поможем как раз нашим союзникам. Тут их что-то тоже отбивают. Они, видимо, свой флот куда-то увели, да? Черт кто знает, куда они тут флот свой повели. Непонятно. О, да, и у нас колосс с разрушителем миров летит. Так, вот это мы, значит, высадить войска сюда. Этих ребят мы куда-то сюда подведем, посмотрим. На, для обороны, в общем-то. А колосс будет сейчас заряжать свою большую пушку. Да. Так, хорошо. Тут мы разобрались. Давайте посмотрим. Ой-ой-ой, тихо. Игра, не умирай, пожалуйста. А, мы сюда врываемся, я понял. Что у нас тут? Планетка есть с... Небольшая армия. Я думаю, мы даже, наверное... как мы сделаем? Надо, наверное, сюда прилететь, а потом туда прыгнуть. Как-то так. Минералы. Хорошо, спасибо. Минералы мне сейчас пригодятся очень сильно. Так. Наверное, буду сразу захватывать эти планеты, чтобы тут ничего не плодилось противного. О, тут к нам гости врываются. Покорение мира такого-то. Мы отвоевали мир у войск контингенции. Бои, наконец, закончены. Блуждающие боты-хранителя, занявшие планету. Планета после того, как погибло ее коренное население, уничтожены нашими войсками. Отныне этот мир лишен разумной жизни до тех пор, пока сюда не прибудут колонисты из других миров. 25 клеток, мир довольно приятный, немножечко разбомбили здесь пару клеток, да, но это не проблема. Давайте мы и вот сюда тоже высадим войска, зачистим здесь пару ботов уже построили, но это не проблема. Так, пушку заряжаем пока, все в порядке. Так, мы уже прыгнули, давай... Наверное, вот так.
Что мы еще можем сделать? Вот сюда мы можем ворваться, наверное. Так хочешь? Ну, давай, в принципе. У них основные войска здесь. Пока что заняты тоже, да, планету бомбят, которую мы заняли незадолго до этого. Ух ты, тут все рабы, только одни рабы. Так, ты уже тут, давай высаживаем войска. Если что, как раз вот эти планеты, которые мы занимаем, будут отвлекать флот противника. Так, ну тут будет быстрый планетфолл, я думаю. Роботов оборонительных мы быстро уничтожим. Хотя, опять же, не, ну тут у меня в основном ксеноморфы, так что порядок. В основном ксеноморфы, они хорошо заходят. А как у нас тут дела? Кстати, тут у меня где-то был, да, флот, который непонятно куда летит. Что ты, куда ты летишь вообще? Да, я понял. Я всем флотам дал приказ идти на апгрейд, и как-то не подумал маленько, что не всем это нужно было делать, точно. Ну, ладно, мы, кстати, по-моему, можно было здесь где-то апгрейдиться у этих товарищей, но раз такая пьянка, то давайте я прыгну куда-нибудь сюда. После прыжка пойду. А у меня... в столице я убрал, да? Флот. Верфь. Покорение мира еще одного мелкого вот того. Хорошо. И что там у нас? Да, территория их исчезла. Все, порядок. Ну, давай, ты прыгаешь или что ты делаешь? Давай. У нас сейчас как раз есть немного времени на улучшение. Так, хорошо, и этот кораблик с пехотой мы можем пока что отвезти сюда, может даже прыгнуть сюда, наверное. Прыгнуть, говорю, сюда, наверное. Вот так. Все, все остальные пока летят улучшаться. Так, так, так. Чем интересно заняты вот эти ребята, Джонус? Последняя директива каких-то Джонусов. Чё-то как-то 36, 4 тысячи, куда вы такой флот отправляете? Зачем вы его куда-то вообще отправляете? Сидели бы где-нибудь себе на... у себя в системах, в общем, плодили бы себе армии там. А то это как-то не солидно. Так, хорошо. Тут транспортная флотилия была когда-то. И... тут мы что-то долго, да? Оборонительная армия довольно прочная такая. Хоть у нас и тоже довольно большая наступательная, но все равно. Так, тут бомбардировка, здесь мелкие кораблики, не интересные, не смешные, да? И срочный проект нам, наверное, не интересен. Хорошо, давай прыгай теперь сюда. А ты? Ты, наверное, прыгай сюда. А потом он не вылетит отсюда, да. Отмена прыжка. Отмена, говорю, прыжка. Давай вот так. Вот так вот, наверное, мы сделаем все же. Так, хорошо. Тут улучшение идет. Колосс. Стоп, ты... А, заряжает. Что-то я подумал, что он бездельничает. Все нормально, он... Он молодец.
Эти тут что-то летают. Что, вы к ним летите, да? Молодцы. Молодцы. Я одобряю. Похвальная инициатива, наверное. Пойти и слить свои войска где-то. Да. Да, это нормально. Our station is under assault. Так, договорились? Что? Подождите. Наша станция где-то подверглась нападению. Вот это? О, какие они, да? Хитрые были. Хотели... А, стоп, они не только хотели, они это и сделали, да? Пока там никого не было. Нет, стоп, мы... Не-не-не. Я перепутал с этой плане, с этой системой. Тут... Это мы еще не захватывали. Мы только... Где наш флот вообще? Я что-то не вижу. А, вон он, с краешку. Высадить войска. Вот. Теперь порядок. Но это, мне кажется, не это была система. Где-то в другом месте на нашу... О, 73 тысячи. Это наш флот Федерации. Ох, зря. Ship upgrades applied. Зря, мне кажется. Так, ship upgrades applied. И давайте мы вот эти кораблики пока что вот сюда отправим. Немножко зачистим эту территорию, чтобы уже тут порядок был. Так, что у нас? Девятые, десятые волны. Ну, пусть пока стоят, наверное. Мне что-то пока стрёмно. Так. И... Строителя я бы, наверное, сюда пригнал бы. Как ты будешь лететь? Очень хитро будет лететь. Ой, он уже полетел, да? Ты уже здесь? Окей. Давай тогда сюда прыгай сразу. Ну, давай. A new world of opportunities awaits. Прыгаешь вообще? Да, нам нужно строить новый флот. Новые корабли, срочно. Так, так, так. Так. И вот сюда выходим. Тут мы все заняли. Уже... Этот флот сейчас идет с этой системой разбираться. Окей. Насколько там зарядка? На 50%. Хорошо. Главное ее не сбить. Будет снова неловко. Да, давайте начнем, наверное, здесь флот новый строить, если мы его не строим, а мы вроде не строим. Где-то Титан у нас пострадал, по-моему. Давайте. Соберем огромный флот. Из корветов, как всегда. Эти 30 тысяч нам тут, да, никак не помогут пока что. Мы можем, конечно, пойти и... Какие-нибудь системки у них мелкие позабирать, да? Там, где вот они их застраивают потихоньку, просто отбивать их. Но нужно ли это нам, я даже не знаю. Наверное, пока бессмысленно. Мир машин разрушен. Это победа для всей галактики. А, это было, наверное, 50% уже выстрела, да? Или что? Блин. Не успели мы посмотреть на сам залп. Ну, наверное, он точно такой же был, как и... как будто бы неисследованная система у нас. Что там у нас? О, как раз научный кораблик один есть. Бесхозный. Отправим его исследовать эту системку. Захватим. Здесь сделаем сектором. Планетка на 25 клеток вполне себе... Ничего такая вроде, да? И вы, товарищи, значит, врывайтесь, пожалуйста, куда-то сюда.
Так. Строительные корабли, нам научные тоже все это пока не надо. Транспортные. Ship upgrades applied. Нам пусть себя будут где-то. Эти на 400 нам тут особо не помогут сейчас, да? Ну ладно. Кстати, может тут еще где? Тут на 1000. Да, давай прыгай, наверное, вот сюда. Мы, получается, здесь планетку захватили. Нам нужно планетку захватить еще вот здесь. Тогда стоп, прыгай, наверное, вот сюда. И этот флот тоже прыгает сюда. Так, а этот товарищ летит уже... Даже не летит, а просто прыгает сразу сюда. И будем захватывать вот этих вот ребят. Побыстрее, чтобы зачистить там уже все. Спокойно можно было. Вот, а тем временем... О, еще... Раз, два, три, четыре. Давайте дружненько прыгать сюда будем. Даже, наверное, раз такая пьянка, мы прыгнем сюда. Все вместе. Так. Дождемся прыжка. Пожалуй уж. Red alert. Spaceport under fire. Вот ты где он, under fire? Это непонятно. А, это вот, наверное, вот все-таки появляются здесь какие-то ребята невразумительные. Тут пока война идет. Ну, давай, еще один залп. Спасибо, наконец-то. Присутствую... Уже не присутствую, да? Хорошо. Хорошо, уже не присутствует враждебная флотилия. А, кстати, штраф за разрушение планет вот этих мы какой-то получаем. Как было, да, от обращения. Так вроде и осталось. Вроде ничего не поменялось, да? Или нет? Ну, неважно. Эти товарищи тоже сюда. Ну, прыгайте давайте в эту систему. Как долго бывает иногда чего-то дождаться. Ну, наконец-то. Вот, теперь сюда. Блин, снова появился этот флот. О, хорошо, все, высадить войска, давай. Как только раздуплитесь, то сразу высаживаем войска и забираем эту планету. Так, тут порядок. Тут порядок, только мы теперь выйти отсюда не можем, да? Окей, мы тогда следующим ходом сюда перепрыгиваем, следующим делом. Так, так. А это у нас еще на улучшении. Товарищ один. И тут товарищ второй на улучшении. Хорошо. Сейчас добавим им немного боевой мощи. Присутствие вражеского флота. О, это они пошли тут захватывать, да, какие-то системы, которые я давно позахватывал. Я, в принципе, даже особо и не против. О, это я с этими тут летаю, да, кстати? Я, наверное, тогда пойду сейчас вот сюда. Высажу войска свои. Я думаю, как раз нормально будет. Тут они, конечно, расплодились уже знатно. Но меня радует то, что нам меньше проблем с этими роботами будет в итоге. Так, все, взяли, да, планету мы? Нет, мы не взяли ничего. Высадить войска. Как обычно, все. Угу.
Угу. Давай, наверное, сразу станцию строить. Ты пока лети себе не спеша. Тут один флот только у нас остался. И... я думаю, нам пока хватит в одном месте строить флот, да? Должно, по идее, хватить. Так. War report. Enemy planet secured. Отлично. Все, теперь прыгаем сюда и захватываем эту планету. На исследование я вот эти уже отвлекаться не буду. Мне кажется, уже смысла совершенно никакого нет тратить на это время. А, кто там? О, деспот поработителя. Сейчас. Главенствуют в нашей федерации. Так, да, эти летают тут, забирают с территории, но к ним летит вон 40-тысячный флот. Ну и тут тоже у них планет уже не осталось особо. Так, как у нас здесь дальше дела обстоят? Как-то пока слабенько дела обстоят. Но мы хотя бы по деньгам сейчас более-менее в плюс хоть в какой-то идем. Хоть это меня радует. А, так, и что у нас по притязаниям, я думаю, да? Мы можем дальше притязать на вот эти вот системы. Что у нас тут еще не наше? 40 вообще по дешевке, да? Тут соточку за эту и все пока что, видимо. Но зато весь этот хвост будет нашим после войны уже. Так, так. А, тут мы все захватили. Мы даже можем, наверное, прыгнуть сразу вот сюда, чтобы время сэкономить немного. Тут сейчас самая основная проблема, это как раз вот в времени. Чем дольше мы занимаемся всякой фигней, кстати, по поводу всякой фигни... вот этих ребят я уже очень давно хотел отправить вот так вот всех дружно. Это кто у нас? Да, всех вот так вот дружно отправить вот сюда. Так. И... War report. Enemy planet secured. Теперь это планета наша, можем лететь дальше. Так, все, ты потом вот сюда летишь. А вы за этим флотом давайте. Так, как тут дела? 17 тысяч как было, так и осталось. Хорошо, сейчас мы ударим по ним. С двух армий, я надеюсь, как раз ворвемся. И тут у нас проблем больше не будет. С этими ребятами еще проблемки будут кое-какие, но... ну, ненадолго. Робота их скоро... контингенция их скоро... очистит. Стерилизует. Вот. Стерилизует, да. Все, высаживаем войска. Я даже не смотрю особо, сколько там, чем, даже неинтересно. Сразу высаживаем, потому что, как показывает практика, то наших больше. Так, хорошо. Потом после этой системы он прыгнет куда-то сюда, наверное, да? 38, здесь 35... Ну, в принципе, вот этих 35 и хватит, мне кажется, запросто, чтобы разобраться с вот этим флотом, да? По идее, без проблем должно хватить. Так, хорошо. Битва флотилий. Что тут у нас? Это даже не битва. Это такое, что-то непонятное.
Хорошо. Запрыгивают наши корабли сюда уже потихонечку. Хорошо, тут еще этот... А, блин, он тут и не улучшится никогда. Да. Блин, пока все верфи заняты, этот флот и не улучшится никогда. Обидно даже немного. Так, эта система под притязаниями наших этих союзных деспотов-поработителей. Как тут у воробушков дела? Пока держится еще. Стражи Галактики. Возникновение угрозы на галактическом уровне не прошло незамеченным даже среди обычно безучастных империй предтеч. Несмотря на то, что раньше они проявляли мало интереса к событиям в галактике, после получения новостей об этом новом ужасе раса Иски стала активна как никогда. Сначала, вероятно, для проверки серьезности ситуации они отправили несколько разведывательных кораблей, но затем стали поступать сообщения, что Иски мобилизируют на своих границах военные флотилии, подготавливая оборону к приближающейся буре. Теперь Иския полностью выходит из самоизоляции и берет на себя ведущую роль по защите всей галактики. Они провозгласили себя лидерами некой лиги галактической обороны и предложили всем низшим расам забыть о своих распрях и присоединиться к ним, чтобы отразить эту угрозу ради всей разумной жизни в галактике. Смогут ли они нас спасти? Они нам не нужны, короче. Это пробудились еще и вот эти вот, да? Мы можем... Construction completed. Их можно в Федерацию пригласить, блин... Попросить статус подписавшей стороны. Мы можем предложить им подписать договор о галактической стабильности на их условиях. В случае их согласия они будут защищать нас, но мы не сможем проводить независимую дипломатию и вести войны. От нас также требуется запрет рабства и геноцида. Окей. Так, запрет рабства и геноцида. Нашим этим союзным деспотам-поработителям это, наверное, не понравится. Они у нас все такие... раболюбители. Так, ты, наверное, стой. Никуда не это самое. Прыгаем сейчас сюда, забираем эту планету тоже сразу же. Так, и что у нас получается сейчас... Во-первых, нет свободного пространства, чтобы выйти здесь на орбиту уже. Так, хорошо. Что у нас здесь есть такое, чтобы можно было бы соединить? Ничего нету, да? У нас как там изучается? Через 7 месяцев вместимость флотилии на 20 повысится. И тогда уже можно... А, стоп, вместимость это не та изучается, точно. Стоп, стоп, стоп. Ну ладно. Не, ну можем, конечно, расформировать туда-сюда, что-нибудь там покрутить, прикрутить. Но даже не знаю. Так, так. Отчаянные меры нам не надо. Империя как крепость нам тоже не надо. Все остальное у нас вроде пока активно, хорошо. Не, ну тогда что, мы готовы. Чем мы тут тогда сидим и выжидаем, правильно, раз все равно соединять нечего, достраивать в принципе там, может быть, стоило бы. Давайте посчитаем. 100, 240, 300, 400, 500, 570, маловато. Строим, наверное, еще. Давайте в Покров сгоняем пока.
Впереди в пустоте вращается труп представителя... Так, повышенное единство. Давайте повышенное единство возьмем. Спасибо. Лишним единство нам не будет, особенно учитывая, что мы его сейчас тратим на все эти. Единственное, что... Единство это, конечно, хорошо, но... Лучше бы какую-то силу флота нам бы подняли. Или что-нибудь типа того. Это было бы то, что нужно. Мы, кстати, можем пока что пойти вот этими армиями, да? Без... Вот. О, с шифтом все это работает, так как мне бы хотелось. Можем пойти и зачистить вот эту территорию, вот эти мелкие рабочие флоты, да, мелкие по 170 тысяч. Вот. И территорию вокруг здесь тоже зачистить было бы, мне кажется, неплохо вполне. Так, ну чё там? Мы... А, всё, прыгнули уже, хорошо. И этого товарища можно тоже уже отправлять. Ну, пока мы его сюда отправим, да? С шифтом. Так, тут... Как у нас дела? Высаживаемся? Мы высаживаемся, говорю. И, наверное, сделаем вот так. И в два флота пойдем. Кстати, стоп. 10 тысяч? Они флот свой распускают? Или что происходит? Реально такое ощущение, что они флот просто распускают свой. Нам надо в Тимейн. Вот сюда нужно. Сейчас мы войска высадим, пехоту на планету. И сможем прыгнуть вслед в эту систему следующую. Я им приказал выйти на орбиту. Видимо, да. На, сейчас этот флот максимальным станет, да? Давайте, наверное, мы сейчас все-таки отменим... Тут долго отменять... Просто чтобы быстрее этот флот проапгрейдился. Оп, так, и улучшение давай. Да, улучшение пошло, а теперь можно еще один флот собрать на остатки денег, на остатки минералов. О, секунду, курочка приготовилась, надо выключить, пойти. Так, чего мы тут делали? Мы ждали, пока мы захватим эту планету, чтобы запрыгнуть. Давай. И уничтожить последний флот. Вот этих вот товарищей. Последний флот. Все, чудесно. Вместимость хорошо. Все остальное что-то как-то не очень.
Количество лидеров я бы взял, наверное. Давайте возьмем. Дальше. Дальше. У нас указы за... Да, за энергию закончились. Все, порядок. Вторжение. Это было наше вторжение, да? Хорошо. Отлично. Так, и летим дальше. По-моему, нам нужно будет в любом случае эту еще систему зачистить. Тут все меньше и меньше этих товарищей. Надо будет подождать, они, по идее, сейчас еще могут отступить, да, и потом какой-то маленький флот где-то вылезет и будет потом нам докучать. Или нет? Где там наша пехота уже? Должна... Почти рядышком. Так, мы, наверное, сразу тогда... Полетели сюда. Здесь высаживаем войска. Окей. И... Так. Тут мы захватили. Все, что я хотел захватить. В принципе, все. Как у нас тут дела? Мы, по-моему, можем скоро еще один прыжок сделать. Уже можем. Хорошо, давайте долетим сюда и... Может быть, сразу сюда прыгнуть сможем, да? Но мы, наверное, этого делать не будем. Прыгаем, наверное, сразу сюда тогда. Потому что... Эти ребятки... Не хотелось бы с ними встретиться под дебафом. Хоть их меньше, конечно, заметно, чем нас, но все равно. Так, вот это остатки флота, которые я не хотел видеть. И больше мы их, надеюсь, не увидим. Чё я тут не прыгнул до сих пор? Чё ты какой-то вялый? У тебя там какие-то большие корабли, да? Которые не позволяют тебе... О, хорошо. Так. Добивайте. Все, молодцы. Теперь сюда. Даже, наверное, сразу прыгаем сюда. Как у нас тут дела? Планету мы заняли, что самое главное. А теперь идем еще и вот это вот займем. Так, что там, торговля, соглашение об исследовании. Платят мне за мои исследования. Это хорошо. Это уже хорошо. Так, эту мы системку изучили. Давайте будем ее... Да, наверное, потратим влияние на вот эти два сектора все-таки. Ну, хотя бы на один, на вот этот, тут 25 клеток все-таки, да? Не хочется просто так их оставлять. Предъявить притязание. Давайте дальше будем притязать. Наверное, пойдем сейчас по... Каким-нибудь мелким... Да, тут еще планеты у нас есть. Ладно, берем вот эту. Хорошо. Хорошо. Присутствует. Это сюда они уже долетели. Так, мне не нравится то, что они подходят к вот этим нашим союзникам, а отсюда тут уже и к нам перейти недалеко. Надо, короче, быстрее с ними заканчивать. Полетели сюда. После этих мы как раз добьем, может быть, еще получится тут, не знаю, посмотрим. Надо быстрее с вот этими разобраться, а потом уже, наверное, полетим к роботам, наверное, полетим. Все же. Так.
Тут у нас полный флот есть, он еще пока что, да, на улучшение. Подождем, не будем спешить его забирать. Что у нас еще есть? Вот этот вот товарищ есть. О, хорошо, мы как раз вот эти возьмем. Блин, наверное, маловато все-таки. Наверное, маловато. Надо, наверное, взять денег. Денег из нашего сектора какого-нибудь богатого. 52 минерала. Наверное, вот отсюда возьмем, да? Там 52. Да, забираем. 5 у нас чересчур много энергии, но это такое. И, наверное, будем все-таки флот еще один здесь строить. Пока там строится один, здесь будет строиться второй. Пяток линкоров, десяток крейсеров, пачку эсминцев и все остальное в корвет. Маловато корветов, но мы потом достроим еще, я думаю. Так, как у тебя дела? Дела на 46%, маловато. И вот эти у нас, в принципе, уже свободны, правильно? Правильно. В принципе, это правильно. Как мне кажется. Здесь мы не захватили только вот это, правильно еще? Где у нас? Где наши? Ну, кстати, действительно, где наши? Или они в процессе? А, они в процессе, хорошо. Согласен тогда. И давай, бам. Enemy planet secured. Enemy planet secure. Чудесно. Все. По идее, здесь больше ничего не должно появиться, и этих товарищей мы полностью забрали к себе. Давайте тогда сейчас идем сюда. Как у нас тут? Понял. Ага, не могу прыгнуть, да? Жаль. Надеюсь, что они реально не появятся сейчас где-то в... О! О! Так, вот это хорошо, слушайте. Победа! Мы победили в этой войне, то есть мы помогли нашим союзникам достичь их целей. И тем самым себе немного тоже отхватили территорию. У нас сейчас, конечно же, начались волнения. И давайте мы, наверное, вот это вот все безобразие в один сектор добавим. Так. Вот это вот все. И вот это довольно большой кусок территории. Я надеюсь, сейчас там... Как так получилось, что я не кинул притязание на эту систему? Наверное, потому что она бесполезная была, и я не стал. Может быть, не знаю. Так. А где, кстати... Ага, все. Все правильно. Это эти куда-то пролетали. Все, теперь мы точно можем уводить свои войска отсюда куда подальше. Единственное, что с волнениями все же как-то стоило бы разобраться, но у меня сейчас нету, к сожалению, этого. Ремонтируем. Ну, я надеюсь, что ничего страшного не произойдет, и мы тут... Единственное, что надо теперь перестроить, пожалуй, вот это вот все. Да, потому что мы получили в придачу вместе с этими всеми планетами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Короче, много весьма этих космических станций, на которых все то, что нам не нужно, может быть, стоит. Но, наверное, даже париться мы не будем. Предложение мира. Победа, да, мы победили, хорошо. Волнение. Это плохо. Вот там, где 100% волнения, это совсем печально.
Мы, может быть, откуда у меня деньги на ремонт? С сектора? Откуда в секторе деньги? Непонятно. Надо сюда поставить какого-нибудь этого, да? Губернатора. Давайте мы подумаем. По лидерам у нас... Так. Опыт, компания... Гибкий. О, заторможенный в развитии губернатор. Как мило. Ладно. Нету, да, никого у нас, кто понижает волнение, правильно? Насколько я понимаю. А, вот, волнение, опять же, да, все экстрасенсы понижают волнение. То есть нам любого губернатора, даже самого заторможенного в развитии, я, наверное, его удалю вообще. Где ты у нас... Юнли Апфол его зовут. Апфол. Вот в этом, в самом сочном. Ну, нет, не в самом сочном, кстати. Окей, мы тебя удаляем, наверное. Подтвердить. Да, мы тебя все же заменим сейчас и наймем губернатора какого-нибудь сюда. Исследование. Волнение, единство. Так, тут у нас прирост опыта. Я, наверное, котика возьму все же. Вот. Так, хорошо. А, теперь что у нас? А, губернатор находится уже на планете, кстати, да? Но... А. Волнение падают. Падают уже волнения. Хорошо, мы сейчас в минус по ресам идем. Ай, блин, я не смогу забрать сейчас минералы из сектора. Вот что обидно. На промышленности специализация. Хотя, подождите, 25. А, в связи с кризисом. Хорошо, согласен. Тогда мы возьмем где? Вот тут возьмем. Мы, наверное, вот сюда энергокредитов накидаем. Они тут все равно в минус сейчас идут. А у нас их все равно слишком много. Так. И где-нибудь, наверное, вот здесь мы себе отстегнем чутка ресов. Так, на развитие немного закинем. Хорошо. Короче, я надеюсь, что сейчас волнение здесь понизится, и все будет хорошо. Что губернатор быстренько отремонтирует все цитадели, которые понижают. Понижают и так, собственно, эти волнения, да? И будет хорошо. Да, теперь давайте посмотрим. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. О, да. Так, секция мира кольца восстановлена, отлично. Я, конечно же, голосую за, и мы получили в нашу федерацию угасшую империю. Фантастика. А этих мы не можем... Нет, этих мы не можем, к сожалению, взять к себе в федерацию, но это круто. Это круто, я прям очень рад этому, что мы взяли их к себе в федерацию. Это прям... Очень здорово. Ну, не то чтобы от них там помощь какая-то, да, но все же. Все же. А мы теперь можем их планетки рассматривать спокойно, правильно? Подробненько. Ну, мы и так вроде раньше могли. Где там наши котики, которых мы им сдали? По-моему, вот здесь они у нас были, да, вот тут.
котики. Да, ну вот. Котики как-то не очень счастливы здесь, по-моему. Как ни странно. Но все равно. Это круто. У нас еще один член федерации, да? Так, это фракция. Я хотел посмотреть, наверное, по федерации. Мы что, кстати, получаем? Я уже забыл немного. За производство единства на 5%, да, увеличено у нас. Как раз мы сейчас, по идее... Раз, два, три, четыре. А. Да. Наверное, мы не считаемся. Только четверо считаются у нас. Но все равно на 20% мы, по идее, единство получаем теперь уже больше. Ну, в общей сложности, да, чисто от федерации. Плюс влияние у меня выросло откуда-то. От федерации тоже влияние растет, да? То есть, чем больше членов федерации, тем больше, собственно, мы и получаем. Это радует. Это радует. Так. Как у нас тут дела? Тут дела, на самом деле, плохо. Эти сейчас тоже падут. Ну, в целом, я доволен. Доволен, что у нас закончилась война. Это очень меня радует. И надеюсь, в ближайшее время война не намечается. Ну, как минимум, да, 10 лет перемирия у нас, так что... Вот, у нас сейчас есть враги. И есть чем заниматься, собственно, поэтому... Давайте сейчас... Ой-ой-ой, тихо. Вот так вот сделаем. И добавим в последний наш сектор... Вот эту системку, и потом еще эту добавим. Пусть ее колонизирует сам сектор по себе, я думаю, что он сможет, я надеюсь, на этом. Так, и улучшение флотилии у нас закончилось, отлично. Это нам не надо, это нам не надо. Транспортные наши... Ой-ой. Вот там... Вы где? Я что-то не понял. Они как будто бы там. Ладно, сваливаем. Куда? Я не могу почему-то посмотреть, что там в системе, что происходит. Я понять не могу, если честно. А эти типа здесь? А, да, надо сектор закрыть просто на самом деле, и все будет в порядке. Да. Так, хорошо, объединяем этих двоих товарищей. Что у нас тут? 800 еще есть на всякий случай, но это нам, наверное, не пригодится. И давайте пойдем куда-нибудь вот сюда. О, это, конечно, долго, конечно, да, ну ладно. Так. Мы... Нам, наверное, надо подождать немного, хотя... Да, нам надо немного подождать, собрать весь флот все-таки в одной точке, чтобы мы прыгали все вместе, не по отдельности. Волнение из... Достоверных источников. Возмущение на планете привели к тому, что на передний план местной политической сцены вышла новая идеология. Сильные лидеры популистского толка и порядок ценной свободы. Волнение, террор. Некоторое время напряженность на планете возрастала, а затем волнение привели к теракту. Хотя жертвы и материальный ущерб были минимальны. Вера в то, что галактические котики могут защитить своих граждан, теперь подорвана. Привлекательность руководящих принципов минус 33 мы получили. Ох, какие они недовольные. Блин, по-прежнему, да, 100 волнения. Ремонт у нас идет, типа, где-то что-то ремонтируется, но не то, что нам надо. Приспособленность минус 5.
На нас сколько надолго, блин, как, а? Жестко, однако. Нам надо, короче, чтобы везде у нас... И они везде стоят, как ни странно. Секретные объекты. Обязательно прям нужны нам. Ладно, посмотрим, что из всего этого получится. Так, а ты у нас... Что-то он уже никуда не летит. Давай лети сюда, как минимум, для начала. А там посмотрим уже. Так, а эти ребята у нас уже готовы прыгнуть. Давайте поможем им прыгать отсюда побыстрее. Да, на многих планетах волнения сейчас идут. Неприятно. И военное положение мы никак не можем объявить, потому что влияния никак не хватает. И получить влияние мы, да, никак не можем, насколько я понимаю. Нашим союзникам поперли. У воробушков здесь вроде бы остановились. Так, мы можем, по-моему, уже влетать, да? Эти стоят, что-то бездельничают. Может, ждут подкрепления, не знаю. Давайте посмотрим. Не, мы, в принципе, можем влетать. Запросто. Так, но надо вести... И вот этот вот флот. Так, пошла заруба. Блин, сейчас еще этим... А, не-не-не, это... Это да, это те, которые на обороне 400 тысяч тут сидят, да-да-да. Отхватываем мы тоже не слабо. Весьма не слабо. Корабль за кораблем. О! А, как они назывались? Добродетельная договоренность. О, название у них, конечно. У... Это у нас кто сейчас? А, абсолютно. Деспоты-поработители, да. Название для деспотов-поработителей просто фантастика. Так, уничтожили, да, мы этот мелкий флот. А, теперь мы, наверное, можем что-то куда-то объединить, да, нет? Да, что-то куда-то можем точно. Вот, например, вот этот и этот. А, стоп. 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 Это чё? Это кто? Это с этими, да? Короче. Вы давайте сюда прыгайте, как я и говорил вам. В первую очередь. А вы пока ремонтируйтесь, я знаю. Можем сюда, наверное, пока полететь. Станции поуничтожать. И вот эту бы армию еще тоже уничтожить как-нибудь замечательно было бы. А, но, так, флот. Давайте мы пехотный наш сразу сюда. Так.
Еще кто-то строится? По-моему, уже никто не строится, да? Нет, строится еще. Крейсера, эсминцы и куча всего еще в проекте. Эти прыгать пока не могут. Мы подождем, наверное, сейчас. У нас эти упрыгают. И поведем их вот сюда. Куда-то. Что у нас тут происходит интересного? Здесь планет нет. Здесь мы просто станцию быстренько уничтожим. И будет хорошо. Да, надо сегодня все-таки уничтожить вот эту гадость. А в следующих сериях будем разбираться с вот этим и с вот этим. А через роботов, кстати, мы сейчас пройти сможем на какое-то время через них. Но не так уж и надолго. Они через сколько-то там лет перекроют нам весь доступ и все. Так, на 4 планетах осталось. Давайте посмотрим, сколько у нас там. 70, да? Я в следующем месяце смогу вот-вот здесь, к примеру. Раз, два, три. Как же долго дни идут сейчас. Все, военное положение. И теперь будет чуть попроще. Тут 50, 75 еще тоже неприятно, но в целом... В целом норм. В целом так. Он там строит, хорошо. Мы, наверное, дружненько все прыгнем сейчас сюда. Почистим вот эти территории пока что. С этим флотом разберемся, а потом прыгнем к этим, когда уже подойдут наши основные силы. Вот эти вот. Что-то не строится. Корветы. А, действительно. Что же они не строятся, интересно. Статус ассоциации. А, у них там ничего не осталось. Какая ассоциация? Они сейчас будут уничтожены. Как только тем ребятам воевать надоест. Так, мы еще можем пойти, да, построить. А, у нас там строится флот еще. Еще титанов себе можем позволить немного, да? Knowledge is the key to the universe. Так, урон взрывного оружия, хорошо, броня. Кинетика, оборонительные платформы, ракеты. Ничего интересного не вижу. Давайте, может быть, если какие-нибудь вот эти штуки доучим. Тут недолго в целом. Что там? Архитектурное превосходство. Нам, наверное, пока оно и не надо. Возрождение, точнее, превосходство. Нам пока оно и не нужно. Скорость строительства кораблей. Но мне кажется, тоже особо смысла нет тратить влияние на это. Так. Construction completed. Так, мы там скучаем пока. Давайте. Пока строительство идет тут полным ходом. Оу. Оу. Этого я что-то не ожидал маленько.
наплодили новый флот. К сожалению, ну не только я один флот повосполняю, правильно, логично, в принципе. Так, и у нас верфь теперь свободна. Что получается здесь? Здесь получается вполне нормально. Давайте мы еще 6 крейсеров организуем. Они тут, я думаю, распределятся по всем этим флотам, куда влезут. Так, все, хватит пока. Пряность должна течь, естественно. Тут надо бы тоже еще указ один издать. Так, это хорошо, это хорошо. Там роботы будут в скором времени уже уничтожены, поэтому мы по поводу роботов особо не переживаем. И по поводу вот этой новосформировавшейся федерации мы... Так, тут у нас корветы только начали строиться, да? А еще эсминцы тут строятся, и... Так, надо, наверное, сейчас все-таки остановиться. Остепениться, а то мы слишком в минус сильно идем. По... Сейчас мы вот эти вот... Что там у нас? Может, минеральчики где-то получится бустануть? Энергокредиты. Прочность щита 3. Давайте возьмем прочность щита 3. Может быть, даже успеет доучиться, я знаю. Так, вот эти корветы пока мы... Отбой даем им. 24 тысячи, блин. У нас слишком быстрый один флот, да, врывается. Так что не успевают остальные за ним. Так, и... Пу-пу-пу-пу-пу. Ты пока тогда отлетай. Хотя... Сюда можно прыгнуть было. Ну ладно, пока все равно отзовем его. Все, и эта армия у нас тоже готова. Будет сейчас долго и нудно лететь... вот этим системам. Я уверен, что долго и нудно они будут лететь. Так, тут мы зачистили, только планета, собственно, осталась. Давайте, наверное, вторгнемся сюда. Не дадим захватить им еще одну планету. Открыли для нас границы. Еще энергокредитов нам решили напарить немного. Единственное, что опять же мы... Да, один флот... Они нормально, остальные тоже ворвались практически сразу. Практически сразу. Все, полетели. Полетели. Дружненько все. И ты тоже давай, не стесняйся. Будешь там зажигать. Это еще можно было бы все захватить. Один какой-нибудь мелкий флот сюда отправить, да? Такой, ну мелкий на... 50... 100 тысяч. Так, стоп. Давайте посмотрим. А у нас уже нету? Или я... Отключил это. Сообщение о волнениях. Не, ну ладно. Раз уже никто не волнуется, то мне чего волноваться. Мы дело свое сделали. Ну, тогда пошли сюда. Застроим эту систему быстренько. Так, тут как дела? 50 тысяч. Окей, этот флот мы еще будем строить пока. Ну и теперь летим. Этих мы уничтожили. Планету
Спасли, нет? А, тут геноцид сейчас проводится, и нет, не спасли мы эту планету, к сожалению. Да, это... плохо. Эту планету мы не спасли. Так вот, сделаем. Здесь остановимся, и потом... потом с двух сторон надо будет как-то ворваться. Тут у нас сколько? 60... 80, 180 тысяч мощности. Мало. Мало. Мало, мало, мало. Здесь... а, ну может это после прыжка, кстати, да? Тоже верно. Здесь, я не знаю, мы вроде... так. Да, здесь точно после прыжка, так что здесь будет около 250, наверное, предположительно. Во. Вот и высокие волнения у нас подоспели. Мы тогда, наверное, все же отменим строительство. Как тебя отменить? Нет, не расформировать, а... остановить. Так. Хорошо, и... блин. Где эти волнения были? Спрашивается... тут 33. Тридцать восемь, четыре. Все, нигде уже, нет? Никто не волнуется. Тоже 33. Блин. Ну ладно, строй тогда. Что поделать-то? Жертвы бюрократии. У нас сильное сообщество, мы им поможем. Получено единство 53 тысячи. Из-за крупной канцелярской ошибки некоторые районы на планете такой-то испытывают недостаток в услугах по содержанию инфраструктуры и предоставлению жилья. Граждане живут в довольно суровых условиях и не будут это долго терпеть. На устранение этих проблем нужны время и силы. Давайте мы им поможем, конечно. Какой-то хитрый план у этих ребят. Что они здесь делают, непонятно. Каким образом они там вообще оказались? А, так, мы достроили, да? Что там у нас? Основали колонию. Нет, нам не интересно. Я думал, тут флот достроился. А, он таки достроился. Сколько у нас еще можно сюда запихнуть? Довольно много, поэтому... мы потратим, наверное, деньжат маленько и... теперь возьмем 30 тысяч, 14, 13, 25, 30... 104, просто 104, да? Да. Забираем вот это. И теперь можем жить еще какое-то время. Так, хорошо. Здесь тоже мы зачистили. Что мы тут? Зенитки изучили. Стоимость... о, минералы плюс 5%. Это чудная технология, которую мы как раз и будем изучать. Нам как раз сейчас не хватает каких-то там 5%. Блин. Волнение. Как минимум на одной планете. Где это у нас вообще эта планета? Вот здесь. Тогда остановить. Так. А он и так ничего не строил, кстати. Мы просто прогудели все, куда, все наши ресы.
26. Все. Ладно, короче, пусть у нас будет влияние в запасе какое-то. Не будем ничего никуда тратить. Тут бы как-то планетку освободить бы. Может, полетят какие-то доброжелатели? Да, освободят таки. Боже, как мы долго летим сейчас. Это просто кошмар. Colony establishment has begun. Не, мы сюда прыгнем все-таки. Эти никуда не летят. Странные ребята. Сейчас, кажется, кто-то пойдет свои 30 тысяч... А, нет, они полетели наверх. 83 тысячи. Это, наверное, да. Да, это наш... Остатки нашего флота Федерации. Остатки роскоши. Так, все. Эти прыгают, и, в принципе, все здесь. Снова энергокредиты мне впаривают. То чувство, когда слишком много энергокредитов. Так, ну что? Жахнем, наверное, мы сейчас вот этот основной, да, этот сектор с двух сторон. Прожарочку ему сделаем, двухстороннюю. А потом добьем вот этих. Они все равно тут что-то сидят и ждут, наверное, пока эту систему застроят их строители, которых нет. А, так, а тем временем мы можем... А, тут, кстати, отбирают систему. О, молодцы, смотрите, какие ребятки. Хорошо все работают. Так, прыгать не надо. Давай, наверное, просто сюда прилетим. И колосс тоже сюда, наверное. Пусть летит потихонечку. Да, зачистили здесь. Отбили эту системку. Здесь тоже зачистка идет. Вот это вот вся галактика сплотилась. Ну, почти. Но все равно. Роботам только достается. Не на шутку просто. Сейчас, правда, да, роботы последнюю тут систему у них захватят, да, и пойдут вот этих громить. А потом ко мне сюда ворвутся. Надо, наверное, будет следующую территорию вот эту зачищать. А эти как раз пойдут к нашим союзничкам. Пусть себе тут развлекаются. К союзничкам, к нашим соперникам потенциальным. Вот, пусть развлекаются там. Но подождем еще, пока они роботов погромят немного, чтобы нам потом проще было. Как долго-то все здесь происходит. Главное, чтобы когда я буду уничтожать вот эту вот основную систему, чтобы эти ребята не ворвались, а то будет плохо. Так, смотрим, у нас здесь 200, 300, 400, ну, около 500 тысяч, да? Вполне недурно. И здесь еще. Этот 40, на 48, да? Приторможенный маленько дружок такой. Эти прыгать уже могут, эти тоже. Можно, в принципе, даже сделать вот что-то типа...
А это у нас мигранты. Что-то типа вот этого. Или не стоит вести за собой. Можно просто за собой повести всю галактику. И во время кризиса как раз будет довольно удобно, если наши союзники присоединятся к вот этому флоту. Давайте нажмем вот эту кнопочку. На первой волне, да, как раз у нас первая волна. Так и называется. Пусть за первыми летят. Тут что-то ребята совсем такие. А, ну понятно, да, почему они. Потому что здесь дредноут. Поэтому это заторможенный такой флот, который тут годами через систему одну летит. Он сможет, я в него верю. Новый уровень лидера, хорошо. Хранилище заполнено. А, кстати, мы там можем... Что мы можем сделать такого полезного? Пройтись по вот этим базам космическим. Что-нибудь поулучшать. Построить еще стояночных мест. Может, где бункер достроить там какой-нибудь, правильно? А тут еще и миллион верфей, которые нужно переделать на вот такой вот вариант. Плюс сюда еще бункеров добавить маленько, да? Вот это нам все не надо. Это нам тоже не надо. Бункер. И вот эту вот сюда штуковину. Что там по ресам пока? Пока хватает по ресам. Это бюро. Так. Здесь стояночные места везде. Бункер. Бюро. Так. Так. Можно, кстати, все это дело не на паузе делать, чтобы больше толку было. Бункер сюда. Гидропонку пойдет. Так, стояночное место. Здесь все есть. Пусть даже жилой отсек будет, я не против. Это уже верфи пошли мои, да. Это мои верфи. Это тоже моя верфь на самом деле была, которую я строил. Ну ладно, переделаем ее на стояночное место. Такс. И что мы тут имеем? Как делишки? Полетели сюда. На этот раз мы не будем дредноут выводить вперед. Мы не будем выводить вперед. Точнее, не дредноут, а разрушителя планет. Как, чтобы не получилось так, как было когда-то у нас с научным корабликом, с одним нашим. Неловко. Так, хорошо. Ты никуда не собираешься? Нет, этот никуда не собирается, чудесно. Мы теперь... Делаем... Раз. И делаем два. Надеюсь, что второй флот еще успеет сюда подлететь. Как-то мы, наверное, плохо мы сделали.
Мне уже почему-то кажется. Хотя, вроде бы, да, наши титаны бьют по тому флоту, все нормально. Эти, как они называются, не торпеды, а... Ой, кораблик. Пошел ко дну. Еще один. Тут много потеряли на самом деле. Лучше бы все-таки одним кулаком с одной стороны били, а не с двух сторон. Мне кажется, так было бы гораздо эффективнее. Потому что эти пока подлетали, да, тут покрошили наш вот этот флот. Че там, да, потеря. Весьма нехилые, на самом деле. Весьма. Да, потери очень большие были у нас, больше, чем, да, когда мы первую эту сносили, заметно больше потери сейчас, вообще, пропавшие в бою, куда-то ушли ребята, так, и... Кто-то тут еще в процессе. Кто-то потерялся. Опять же, это тот с дредноутом флот. Так, что здесь? Не можете никак... Вроде бы сюда прилетали эти, нет? Высаживалась пехота, как мне казалось. Странно. Но мы сейчас быстренько тогда... А, кстати, нам пехота нужна как раз только здесь. Прыгаем сюда. А здесь нам нужен только разрушитель миров. Давай, ломаем. Я хочу его поломать именно так. Мы можем бомбить его, да? Вот таким вот образом. Ну-ка, пошли. В покров. Покинуть покров, хорошо. Побывали в покрове, называется. Так, все, теперь скорость можно ставить больше. Да, тут мы пострадали, конечно, знатно. Высаживаем войска. Так, и теперь роботы еще живут, как ни странно. Сколько у них? Раз, два, три, четыре уже флота, да, по 170 тысяч. Ух, неприятно. Здесь, кстати, тоже к нам подбираются, но тут еще долго будут, да, наверное, раз, два, хотя вот уже наши системы пошли. Но тут до планет, до наших очень далеко. Здесь в целом тоже очень далеко. Я даже не знаю, где нам лучше. Тут вроде... Они как раз пошли на эту сторону сейчас. Мне хочется, чтобы они вот этих еще прожали.
Поэтому, наверное, все-таки мы будем заниматься в следующей серии именно теми товарищами, которые роботов терзают. Да, он уничтожается потихоньку. Тут у нас ковровая бомбардировка. Ну и давайте его чисто для разнообразия разрушим именно таким образом. Без колосса. Без разрушителя миров. Это кто был? Это хорошо, да, это улитки наши. Покорение мира, да. Дозывать наши войска. Ой-ой. А, они нет, я подумал, они к нам летят. Так, ну, нужно этот флот уничтожить тоже, да, чтобы наши союзные войска не сливали на нем свои войска, да, поэтому мы сейчас сделаем так. Так. А, надо было, наверное, наверх наоборот лететь, а не сюда, да? Хотя, нет, да, наверное, все же сюда. А вот эти все ребята сейчас пойдут и добьют того товарища. Надо пообъединять, наверное, войска сейчас. Так. Эти свалили. И я их не осуждаю. Я их совсем не осуждаю. Как тут не свалить, когда такая бомбежка. О, стоп. Наши союзники добьют его, да? Я что-то оставил его. Ну, наши союзники сделают то же самое за нас, как бы. Все нормально. Нашим союзным флотом. Так, вот это вот на 48 тысяч, это... Ага. Так, нет. Что у нас еще тут есть такое объединительное? Объединятельное. Вот так. Сделаем. Тут у нас еще ремонт идет, да, как я посмотрю? По дороге отремонтируйтесь. По дороге. Так, а как у нас тут дела? Тут можно еще немножечко построить. Кто у нас в этом? Так, вот как-то сделаем. Да, надо брать где-то ресурсы теперь. Можно, опять же, у союзников будет выменивать на редкие ресурсы что-нибудь. Мир машин разрушен. Очередной мир машин уничтожен. В системе взорвалась... После потери всех систем защиты во время боя, как и раньше, ИИ ядро запустило систему самоуничтожения, дабы избежать захвата. С потерей еще одного ретранслятора фантомный сигнал стал еще слабее. То есть, в принципе, нам особо разницы нет, как его уничтожать. Или разрушителем миров, или так. Без разницы совсем. Так, хорошо, пошли тогда... Пока мы как раз сейчас соберем новый флот, пока сюда прилетим, роботов еще прожмут сильнее, и будет все чудесно. Эти оскорблятели, блин. Так. Мы их уничтожили уже, да, тут, походу, я надеюсь. Уничтожили мы им только два искателя. Все остальное тоже в живых осталось, но вроде бы они не должны вернуться, насколько я понимаю.
Так, ну а мы возвращаемся в наш строительный хаб. Вот так вот, да, прыжочек сюда. И будем достраивать, восполнять войска, собственно, которые мы потеряли в этой серии. Ты, наверное, сразу тоже лети куда-нибудь сюда. Будем здесь их встречать. Наверное, да. Влияние тратить не будем. Сейчас уже ничего строить, наверное, не стану я за никаких мега-сооружений больше. Так. Ок. И теперь сюда. Нам, кроме флота, в принципе, ничего больше не надо в этой жизни. Поэтому на этом мы серию закончим. 1,5 часа видосик. Следующий, наверное, тоже будет не меньше, мне кажется, пока будем с этими разбираться. Тут флот побольше, нам еще нужно настроить армаду непобедимую, правильно? Вот. И в следующей серии будем всем этим заниматься. И потом, наверное, как раз, да, у нас 2 серии до конца осталось. Добьем этих и... Я надеюсь, что будет все у нас замечательно. А пока что всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.